Маскировка элемента. Материалы для маскировки, предлагаемые Norton. Norton Perforated Trim Tape – маскирующая подъемная лента. Norton Perforated Trim Tape – маскирующая подъемная лента для защиты резиновых профилей и молдингов. Лента обеспечивает прокрашивание под профилями без грубой линии окрашивания. Эластичность перфорированной ленты Trim Tape позволяет повторять контуры и изгибы маскируемых молдингов. Лента эффективно подходит для профильных поверхностей боковых и лобовых стекол. Norton Perforated Trim Tape – перфорированная маскирующая подъемная лента. Перфорация обеспечивает простоту отрывания. Единый размер для всех моделей автомобилей – 50 мм на 10 метров. Высококачественный клей обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. После удаления на поверхности не остается следов клея. Norton Premium Foam Edge Masking Tape – поролоновый валик для маскирования. Поролоновый валик Norton Premium Foam Edge Masking Tape предназначен для защиты от попадания краски внутрь салона автомобиля при окрашивании и получения плавного обрыва линии краски. Применение валика увеличивает производительность работ по маскировке и позволяет сэкономить на стоимости использованных материалов. Norton Premium Foam Tape можно фиксировать как на кузов автомобиля, так и на двери. Для лучшего результата фиксируйте валик клеящейся частью на внутреннюю часть края дверной панели, затем закройте дверь и расправьте валик. Поролоновый валик для маскирования Norton Premium Foam Edge Masking Tape. Высокая впитывающая способность позволяет предотвращать дефекты окраски. Плоская поверхность и единый размер универсальны для всех моделей автомобилей. После удаления на поверхности не оставляет следов. Маскировочная лента Norton Premium Masking Tape. Клеящаяся лента для маскирования Norton Premium Tape. Маскирующая клеящаяся лента Norton Premium Tape применяется для маскирования автомобиля при окраске. Крепированная бумага клеящейся ленты может использоваться при температурах до 100 градусов Цельсия, что позволяет ее использование в процессе высокотемпературной сушки. Идеально подходит для маскировки стекол, фар и областей, не подлежащих окраске. Клеящаяся лента Norton Premium Masking Tape. Хорошая адгезия на всех типах поверхностей. Термостойкость до 100 градусов, 30 минут. Легко удаляется, не оставляя следов клея. Пленка Norton PlastiFilm. Пленка Norton PlastiFilm – это идеальное решение для защиты кузова при нанесении праймера, краски или лака. Для небольших зон ремонта покройте весь автомобиль пленкой PlastiFilm, вырезав только область, которую необходимо окрасить. Используя клеящуюся ленту для маскировки Norton Premium Masking Tape, закрепите края пленки, чтобы не допустить загрязнения опылом во время окраски. Пленка Norton PlastiFilm. Доступна толщиной 11,9 микрон и размером 4 на 150 метров и 5 на 120 метров. Электростатично. Можно легко фиксировать и перемещать. Экономичное решение. Части пленки можно повторно использовать для маскировки мелких зон ремонта.